Всем привет, с вами Алекс из сайта mpc.by. В этом видео хотелось бы рассказать еще маленькую порцию новостей по Denuvo, а именно как разработчики отвечают на супербыстрый взлом и последний в том числе Resident Evil 7. Итак, Denuvo выпустит новую версию защиты после взлома Resident Evil 7. В компании Denuvo, вероятно, расстроились после того, как защиту Resident Evil 7 смогли взломать всего за несколько дней после релиза игры. Как пишет DSO Gaming, кстати, сейчас, действительно, это серьезный такой портал, и, не доверять ему нет возможности, так сказать, нет необходимости, поэтому здесь вот все это изложено официально и достаточно-таки подтверждено. Так, значит, как пишет DSO Gaming, специалисты решили выпустить обновленную версию защиты, полностью переработанную и более стойкую ко взлому. Ее будут использовать в играх, которые выйдут в ближайшее время. Одну из первых модернизированную защиту получит снайпер Ghost Warrior 3. Снайпер, который, кстати, выйдет 5 апреля, еще через 2 месяца, но уже. Хотя есть еще игры, которые выйдут пораньше, но да ладно. А вот в отношении For Honor, Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands и Mass Effect Andromeda информации на данный момент нет. Как долго продержится улучшенная Denuvo, интересует многих. Глава маркетинга Denuvo отметил в интервью Eurogamer, что компания никогда не позиционировала программный комплекс как невзламываемый. Кроме того, для издателей и разработчиков важно сохранять неприкосновенность игры хотя бы в первые дни после релиза, когда идет пик покупок. То есть, видите, они уже до этого говорили о том, что самое главное, чтобы игра не взломалась первые там месяц, два, три, а сейчас уже в первые дни. То есть, после того, помните, я делал видео, когда Resident взломали, и сразу же был через пару дней ответ о том, что, смотрите, игры без нашей защиты. А теперь, видите ли, самое главное, что игру не взломали уже 5 дней прошло. Это уже хорошо для продаж, для игры 5 дней, вы смеетесь. За 5 дней не смешите, пожалуйста. Игра должна продаваться минимум месяц, и тогда уже хотя бы будет какой-то реальный плюс от продаж. А если игру ломают в течение 5 дней, то это, знаете, это только куром насмех. Это уже только оправдание и отговорки разработчиков Denuvo. Так, что еще хотелось бы отметить. То, что смотрите, какие ближайшие игры, как минимум, ближайшие уже будут оснащены Denuvo. Conan это понятно. For Honor обязательно Denuvo. То есть новая или супер новая, или не супер новая, пока неизвестно. Sniper Elite обязательно оснащат Denuvo. Wildlands и South Park, конечно же. Пускай посмотрим. Я обязательно слежу за этой информацией, насколько там новая будет Denuvo, потому что сейчас главное не в то, что Denuvo будет оснащать в игры запихиваться, а в том, насколько она будет переработана и более крутая. Посмотрим, что же ответят хакеры из себя и насколько круто будет развиваться вся эта ситуация. Сможем ли мы дальше получать взломы от хакеров из CPI? А сейчас пока хотел бы отметить, что как минимум на старой версии защиты у нас еще Just Cause 3, Hitman, Homefront, Unravel, Sherlock, Dishonored 2, Dead Rising. Там еще много-много игр. То есть если мы посмотрим, и Total War, Warhammer, то есть очень, смотрите, это все, которые не взломаны. То есть на старой Denuvo у нас еще предостаточно игр. Поэтому мы подождем, пока хакеры из CPI и вообще те, кто им помогает, посмотрят, проанализируют новую Denuvo, посмотрим, что они ответят, расскажут. Хотя, кстати, Voxy уже отмечал, что действительно новая Denuvo это полная жопа, но посмотрим, буду следить за развитием ситуации по Denuvo, потому что это сейчас стало очень круто и интересно. Тем более, смотрите, ссылка будет вот в описании, здесь у меня вот такая статейка, здесь собираю все взломы, всю информацию по Denuvo с лета, когда начали ломать Лару. То есть вот все здесь есть, все взломы, все рассмотрено, и даже когда вот был пару дней назад слив информации с сайта Denuvo, это вообще просто был разгром. Если кто не видел, можете залезть в статейку и посмотреть. Все, в общем-то, на этом пока все. Продолжаю смотреть за Denuvo, за развитием событий, потому что, как видите, разработчики самой Denuvo сдаваться не хотят. Они отметили, мы улучшим защиту, мы изучим лазейки, которые использовали хакеры, и улучшим защиту. И издатели, и разработчики игр тоже не хотят сдаваться, потому что, как минимум, ближайшие крутые игры все будут оснащаться защитой Denuvo. А она уже ненавистна, большей частью геймеров всего мира. И поэтому будем смотреть, потому что ситуация настолько накаляется, что дальше будет просто бомба и взрыв. Что же будет, какое противостояние, кто победит в конце концов? Потому что хакеры из 3DM, китайцы, обещали, что через 2 года пиратству придет конец. Год уже прошел. И пока перевес на стороне хакеров из CPI, потому что они раскромсали Denuvo в пух и прах после Resident Evil, который взломали за 5 дней всего лишь.
Но разработчики Динула не собираются сдаваться. Хорошо, давайте, кстати, сегодня заканчивается китайский Новый год. Слежу за информацией, может что-то хакеры из 3DN китайцы ответят, потому что обещали после китайского Нового года что-то отметить. Ну, посмотреть на игровую индустрию, что изменилось после того, как они ушли и не делали взломов. Хорошо, давайте, в общем-то, продолжаю следить за Динулой и за другими взломами, информацией и так далее и тому подобное. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК. Там можете предлагать игры на тесты и так далее и тому подобное. С вами был Алекс и сайт rmpc.b. Спасибо за просмотр.